Второй день февраля для всех знаков зодиака просто отличный в плане исполнения задуманных желаний и планов. Планеты расположены благоприятно и обещают быструю реализацию намеченного. Овны, в первой половине нового дня следуйте за своей интуицией, не размышляйте и не анализируйте, все получится само собой. Это тот самый случай, когда можно не следовать советам окружающих. Ваше чутье ведет вас в правильном направлении. Тельцы, для вас 2 февраля все сложится наилучшим образом, планеты благоприятно к вам расположены. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с близкими и в деловой сфере. Неожиданная новость поможет легко решить старую бытовую проблему. Близнецы, во вторник вы проявите себя как закоренелый собственник. Вы будете стремиться решать все самостоятельно, единолично распределять общие блага, слабо учитывая при этом мнение окружающих. Осторожнее, вы можете остаться без помощи близких вам людей в самую неподходящую минуту. Раки, в первой половине грядущего дня вас будут занимать моменты, связанные с организацией рабочего места. В связи с этим возможны проблемы с финансовым состоянием. Будьте готовы решать непредвиденные ситуации и старайтесь соблюдать спокойствие и избегать конфликтов. Львы, по мнению звезд, вам 2 февраля предоставят новые перспективы и возможности, чтобы еще лучше раскрыть свои способности и таланты. И даже если вам покажется непосильным выполнение разнонаправленных задач, вы должны поверить в свои силы. Девы, вас ожидает очень неблагоприятный день для новых начинаний. Будьте осторожны в дороге, не следует быть расточительным. Желателен отдых в спокойном уединенном месте. И следите за самочувствием. Весы, во вторник будьте очень бдительным. Звезды предсказывают возможность рискованных решений и сомнительных знакомств. Откажитесь от визита в гости, так как это может повлечь за собой бытовые хлопоты или даже финансовые потери. Не провоцируйте конфликты. Скорпионы, вас ожидает необычное приключение, которое поможет вам взглянуть на близкого человека по-другому. Пройденные вместе испытания сблизят вас еще сильнее, а чувства разгорятся с новой силой. Не забывайте о том, что вашей половинке также нужны слова поддержки, как и вам. Стрельцы, ваш новый день будет наполнен гармонией и спокойствием, у вас будет время для анализа своих ошибок и работы по их исправлению. Уделите больше внимания своим родным, сделайте им приятный сюрприз. Козероги, не исключено, что 2 февраля вы будете отличаться прозорливостью. Именно в этот день у вас есть все шансы получить долгожданное признание собственного успеха. Все, что вы вложили в свое развитие, принесет отличные результаты. Удачный день для продвижения в творческой сфере. Водолеи, жить не раздражаясь – вот ваш девиз на предстоящий день. Иногда вам будет очень сложно сдержаться, ведь вам кажется, окружающие очень многого от вас требуют. Но будьте уверены, вы способны со всем справиться. Главное, не поддавайтесь эмоциям. Рыбы, планеты благоприятно воздействуют на вашу творческую активность, фантазию и красноречие. Используйте свой потенциал в полной мере, но не переоценивайте своих возможностей. Усиливается ваш природный магнетизм. Все знаки зодиака должны 2 февраля готовиться к новым открытиям и встречам. Окружающие по достоинству оценят ваши способности и таланты. И еще это удачный день для совершения крупных покупок и заключения выгодных сделок. Звезды знают, что говорят.